доктор Петр Александрович пришел к нам заниматься прыжками в воду. Выдал Мы все. Случайно узнали, что он занимается лечением и профилактикой различных травм. Дима у нас готовился к соревнованиям, и за несколько дней до соревнований у него защемило спину. А расскажи, как получилось-то, что защемило спину, что ты делал? Ну, когда я делал состейки на руках, когда я прыгал, у меня что-то там в спине что-то почувствовал, что боль в пояснице. Да. Потом что-то подумал, что это может из-за похода быть. Потом прыгал, начинал репетировать полтора свинта, мне больно было наклоняться. А как долго эта боль держалась? Ну, всю ночь практически. Да. А ну и на следующий день, придя на тренировку, Дима пожаловался на боль в спине, и мы просто попросили Петра Александровича просто посмотреть и, может, дать какие-то рекомендации. А перед этим я чувствую, уже сам лечить пробовал. Что-то там мази какие-то еще. Да, да, я ему, ну я думал его разогреть немножко и там ставить спину на место. Попросили Петра Александровича, посмотри, дорогой доктор, что у него, дай рекомендации, что такое. Петр Александрович смотрел зачем-то минут 20, нажимал на различные точки, задавал какие-то непонятные вопросы, но после 20 минут манипуляций Дмитрий, у него все перестало болеть. Полностью дело прошло. И мы через 4 дня поехали на соревнования и с успехом их выиграли. Вот, в общем-то, вся история. Выиграл, золото занял. Да. Димка молодец. Вообще честь лечить чемпионов. Поэтому я занимаюсь лечением не только гандболистов, хоккеистов, футболистов, но и самый красивый вид спорта – это прыжки с трамплина. Я считаю, что прыжки с трамплина должно быть как прыжки в воду. Да, прыжки в воду должны быть как ОФП для всех спортсменов. Правильно ли? 100%. Вечер, руки. Oh!